так хочется думать, что я все это не зря говорю. Конечно, не для той женщины, которая сказала, что не может смотреть вебинары, потому что ничего не понимает. Конечно, это не ее. Я согласен. Но 177-й вебинар. Все полностью раскрыто, а мы еще будем. Почему? Потому что один канал сменил другой телеканал, и наша песня хороша, и опять волосы от ужаса шевелятся, и что толку, что я научу еще 100, даже 1000, а этот вон, телевизор научит 1000000. Ни хрена ничего не меняется. Вот. Так, ладно, я на кухню, мне нужно кипяточку подлить. 2-минутный перерыв. Вот сколько я вывалил на ваши бедные головы. Хотя нет, среди вас такие ребята, что меня за пояс заткнут. Посмотрите гостевой. Для меня разговоры в гостевой — это праздник. Я даже иногда стараюсь не вмешиваться. Думаю, еще и мне попадет от грамотных ребят. Так, поехали. Так, давайте посмотрим. Это у нас... Сейчас крупный план сделаем. Я хочу, чтобы один раз, сейчас, чтобы один раз, это моя мечта идиота, потому что в жизни такого не может быть, провели школьный урок. Вот. Питомник Тимирязевки, моя фотография. Я этот вопрос задавал. Откуда дровишки? Что вы продаете? Вы должны заниматься селекцией. Ну, допустим, это все-таки учебное заведение. И вы там штампуете тысячами этих специалистов. Но эти специалисты должны хотя бы что-то понимать. Вот. Потом выходят, а это самое. Ну, вы же видели тех двух дам, про которых я выше критиковал. Это же наука столетней давности. Это то же самое, что сейчас паровые двигатели бы были. Первый велосипед был сделан так. Два деревянных колеса, рама, руль. И человек, не было цепной передачи, человек отталкивался от ноги, от земли ногами, и он ехал. Наверное, сверху вниз ехал. Вот. Вот примерно то же самое. Абрикос успех. И еще мошенничество. Но это питомник, им надо продавать саженцы, поэтому я особо за мошенничество их не упрекаю. Но мошенничество, потому что если уже хотите эту фотографию, ну, я же вас разоблачил, почему нет ответа? Извините, может быть, вы это самое, мы с вами посотрудничаем? А? А что, нельзя было посотрудничать со мной? И вот это я вам показывал. Смотрите. Если взять вот это вот, вроде бы моих фотографий нету, да? Вроде. Я вот на эту нажал, она повторилась вот на верхнюю 100 раз. Я вас учил, помните, похоже в Яндексе. Вот. Значит, это тоже из интернета. Где ваши саженцы? Неужели Тимирязевский питомник закупает и является чистым этим? Ну, такое впечатление. Где? Надо же хоть одну фотографию сада. Где Тимирязевский сад? Ну, я видел, пытался найти на сайте. Я видел красивые такие, знаете, елки с такими вот иголками. Вот такие вот, такие красивые, пышные. Сада я не нашел, абрикосов. Ну, смотрю дальше. Вот моя фотография. Ну, что вы хотите-то? Ну что мне, судиться с вами, что ли? Ведь не меня морочите голову. Помните, тимирязевский питомник, женщина, проходили это. Взял и это самое, привез ей, запретил ей приезжать за саженцами. Запретил. И привез ей такое дерьмо. Мы все это проходили там, саженцы, когда смотреть жутко. Еще заранее оплачено. Ну... А выпускницы учат нас. Лучше бы научились бы вот этому. Вот. И вот получается, что сейчас наступают страшные времена, и нам теперь по-настоящему нужно импортозамещение. Что я вижу? Опять эта же фотография, опять моя. Нет, не правда?
Смотрим. Видите, тут нету этого самого названия. Вот оно тут скрыто. Вот. Почему? Уже 230 рублей. Ну, моя дорогая. О, 270 моя фотография. Значит, это стою я. Вот. Для чего это показываю? Всего-то один урок школьной биологии. Причем желательно во всех классах. Там, от биологии это 6, 7, 8, 9, 10. Один урок. Неужели на него не хватит этого? Ну, они не знают этого. Но я могу подготовить этот урок. Чтобы просто дети на своих этих, они сидят в классе, перед ними ноутбуки. Или это, так, вместо школьной парты с мелом. Ну, там этот, как она, экранная, но многих есть. А там вот это кино примерно такое. Как отличить халтуру? По биологии урок. По биологии, понимаете? А не учить, какую сторону у улиток закручено это, в правую или в левую. И чем отличается, как я изучал, я еще со школы помню, чем отличается продольно-поперечная червь чем отличается продольная червь от поперечной, продольно полосатые от поперечно-полосатых. Во! Помню я с 5 класса. 60 с лишним лет я помню. Или 50 с лишним лет. А вот это-то когда-то надо. Я воплю, вдруг дойдет, что нельзя этого делать. Это я примерно вот здесь вот сам воплю. Вот здесь вот. Смотрите. Вот это моя статья. Вот она, видите? Видите? За нее, за оформление девочки 200 рублей заплатил. Вот это моя статья. За нее тоже 200 рублей заплатил. Вот это моя статья. Сейчас в Яндексе стало меньше халтуры, но ее хватает. То есть меньше учат, как убивать деревья. Но этого мало. Понимаете? Вот, пожалуйста, в общем, я сейчас не буду этого делать. Я не хочу этого делать. Почему? Потому что, может быть, они последние сейчас распродадут. Если санкции настоящие, то, слава богу, там перестанут вот эти огромные партии закупать. Хотя, с другой стороны, есть еще и где-то. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Вот. Да, из Молдовы привезут через Казахстан, куда денутся. Ладно. В общем, для чего я все это вам показал? Надо научить сразу. Это школьный урок. Это касается и компьютерной грамотности. Как вообще детей научить отличать вранье от правды? Понимаете? Это любой товар. Не обязательно то, эти самые саженцы. Любой товар. Вот я вам показал. Но я единственное, что скрыл, И людей жалко, ведь там целая команда работает. Ну, все, что вы купите, все вот эти, я сейчас только показывал, да? Сейчас только показывал. Вот, все они до единого, ни один, ни с одного. Когда-то был случай, несколько лет назад, я также перебирал фотографии, и только на одной вдруг я увидел абрикос, взрослое дерево, и с плодами. Но видно было, что это просто дачный 400-й участок. Кто-то сделал специально там фотографию, вот глядите, и выдал за свою. То есть это была, по крайней мере, настоящая фотография. Как? Когда на это внимание обратят? Когда поймут, что импортозамещение в этом заключается? Или мы становимся импортонезависимые, то есть прекратим это все. Ведь миллиарды уходят из страны. А взамен-то, вот, если бы они эти саженцы, если бы они были настоящие. Но эти дрова, они даже не просыпаются. Ведь это магазины. Питомник можно приехать? Нет. Идем дальше. Смотрите. Это продолжение тот же самый. Я вот это почему выбрал? Почему? На этой фотографии 120-граммовая. Это равны моим лучшим. Это не моя, нет.
Вы понимаете, что если бы это была правда, то сейчас в этот якобы питомник должны были съехаться все, начиная от Сахалина и до Калининграда, все научные учреждения. Стоять длинной очередью, вот так стоять друг за другом. Помните, как эти передавали пиво, и жизнь хороша, и жить хорошо. Кружку пива передавали, там эти трое, балбес и этот. Вот. Длинной очереди, в руках 5-тысячная бумажка, бумажка красная, а ему черенок. 5-тысячная бумажка, а ему черенок. Вот чтобы вот такие были в науке. Нет? Почему не поедут? Смеяться будут. Потому что это все выращено за рубежом, там же на юге. А я почему вот это? Смотрите. Чем я хорош? Делаю крупный план. Внимание. Триумф Северный. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас я посмотрю, почему я вам это хочу показать. Я тут ничего лишнего не делаю. Вот. А, итак, посмотрели люди, увидели вот эти, ну, что ниже, помните, на ладони три огромных 120-граммовых плода, да, посмотрели и решили, что ну надо же в Новосибирске, ну ладно, в Москве, они и там не растут. Вот Триумф упомнили, да, там некоторое количество, может на всю Москву их 10, может даже 20, может 200, ну и все, ну и все. Новосибирск. И лапшу навешивают, что они там будут жить. Новосибирске продают. А новосибирцы у нас простые люди. Они хоть бы один задал вопрос. Ведь тут же есть телефоны, все. Вот они телефоны, еще раз. Вот. Вот кто-то из вас Новосибирска. 8-800-444-0741. Бесплатно по России. Бесплатный звонок. Умоляю, позвоните, спросите, откуда дровишки в Новосибирске? Ну, насчет врать, мы сами вырастили. Вот. Вы можете сказать, в Новосибирске они расти не могут, но вам скажут, могут. Вот. Потом скажете, ну хорошо, я живу в Новосибирске, я приеду за саженцем. Вы убедили. Если это правда, я вдвойне заплачу. И ждите ответ. Пип-пип-пип-пип. Понятно. Вот, высказал все, что не могу, ведь потому что это невозможно, ведь последние питомники подыхают по всей России. Ладно, про Тимошу пропускаю. Вот. И вот для чего нужен урок биологии. Ну, думаю, это все. Помните, я вам рассказывал, я уже не буду свою фотографию показывать. Еще одна, пожалуйста. Это я недавно, я в это самое. Несколько дней назад еще фотографию сделал. Опять моя. И это из интернета, и это, и это, и это. Вот еще один, это другой уже. Это другой уже сайт. А вот это. Колоновидная груша, а? Ух ты! Я про них рассказывал уже сколько раз. Как только увидите груши колоновидная, ну и все остальное, черешни эти самые колоновидные, персики колоновидные, сразу посылайте. Лучше бы, знаете как, вот плохое настроение. Взял да позвонил.